Дворец культуры Тольятти «Азот» приглашает на благотворительный спектакль по мотивам произведений Михаила Зощенко и Надежды Тэфи «Суета-сует» или юмористические истории, рассказанные в театральном буфете. В главной роли – народная артистка России Наталья Дроздова. Специально приглашенный гость – баритон Владислав Косарев. Режиссер – Галина Швецова-Скрипинская. В спектакле заняты непрофессиональные актеры, представители органов власти, бизнеса и общественных организаций Тольятти. Вырученные от продажи билетов средства будут направлены на улучшение материально-технической базы детских социальных учреждений города. Премьера благотворительного спектакля «Суета-сует» состоится 25 и 26 мая. Билеты в кассе Дворца культуры «Тольятти-Азот».